зрительном зале театра кукол невозможно остаться сторонним наблюдателем. Ребята удивляются и сопереживают, смеются вместе с героями пьесы. В эти зимние дни здесь покоряют юных гостей оригинальным прочтением произведения великого русского классика Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о царе Салтане». Дети очень любят Пушкина. Это во-первых. Второе, его стих, его красота, вот именно подачи этого всего. А тем более сказка какая? Сказка о царе Салтане. Все знают, наверное, дети эту прекрасную сказку. Во-первых, она очень интересная, она детская, она многообразная, очень интересные образы выписаны. Всех с наступающим Новым годом. А вот здоровье самое главное, вот здоровье. Я и Дедушка Мороз бываю иногда, в этом спектакле я царь Салтан. Всем приказывает царь Салтан, здоровыми чтобы были, да! Потрясающая игра талантливых актеров Брестского театра кукол, яркие декорации, добрый юмор – все это моментально вовлекает в волшебный мир сказки. Неудивительно, что постановки замечательного режиссера Игоря Казакова уже не первый год пользуются огромным успехом. Ждать царёва возвращения для законного решения. В прошлом году у нас была Золушка, позапрошлом году Голубая стрела. Поэтому для наших брестских зрителей мы всегда готовим сюрприз. И мы уже знаем, что будет в следующем году. Это будет что-то потрясающее. Поэтому этим годом мы не ставим точку. Мы от этого года продолжение делаем в следующий год. И, конечно, еще кто не успел посмотреть наш спектакль «Сказка о царе Салтане», мы от всей души приглашаем вас на наш замечательный спектакль, потому что, я уверена, вы получите массу позитива, прекрасного настроения и с наступающим вас Новым годом! Можно много рассказывать, но лучше один раз прийти и увидеть. Это подтверждают самые неподкупные ценители искусства. Когда я перехожу в кукольный театр, то мне кажется, что это маленький праздник, например, как день рождения и еще что-то. Мне очень нравится, как все выступают, и это очень позитивно. Я не знаю ни одного ребенка, кто не любит кукольный театр. Все дети в мире любят кукольный театр. Я был в кукольном театре, и я еще раз сюда приехал. И мне очень нравится. Царь Салтан, князь Гвидон, прекрасная царевна-лебедь, ткачиха, повариха и сватья баба Бабариха – герои, известные с детства каждому взрослому. Не оставят они равнодушными и юное поколение.